музей городского планирования Шанхая. Здесь большая экспозиция, как город будет к 2020 году выглядеть. Вот мы поехали, вот сегодня, в принципе, вторник, такой уже будний день. И вот мы едем, получается, по центральным улицам Шанхая на втором этаже двухэтажного автобуса. Погода очень жарко, плюс 34, но, как сказал один человек, выдержитесь, счастья вам, успеха. Видеорегистратор я купил. Он по Мао Цзэдуну. Знаешь, что Мао Цзэдун сказал? Он мой души, ну, не дохайдзе. Мы все с деревни. Вот вы деревня, да? Ну, мы все типа крест. Дальше поедем. А что все дальше будет? Только что же сам. Yeah,
заезжаем на мост. Мост очень высокий, через реку. Мир. Не, не, не.